самый шеф. Они бывают очень вкусные. Ой-ой-ой. Что? Подождите. Я плаваю в помидорках. О, нет! Девчонки, меня затянуло в другую игру, только не это! Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и сегодня мы собрались в обе пиццерии. Привет, ребята! Привет! Привет! Посмотрите, у нас один общий скин получился. У меня тут даже глаза меняются, я вот через две личности, даже не три. Кстати, у вас с Ульяной почти одинаковые глаза, как можно заметить. А, ну да, да-да-да. А я своих даже не вижу. Тогда они меняются. Где-то там виднеются. Да-да-да, моих вообще не видно, могу сделать маленький шажочек вперед. А мне нравятся твои глаза, как у меня выглядят. Да. Ну и все, ладно. Ну, ауры у вас очень красиво выглядели. Ой, да, спасибо большое. Ой, спасибо. Да, кстати, мы сегодня без Йоши, потому что мы решили, что обе слишком легкое для его уровня. Ну, мы как раз это и проверим. Если оно будет сложным, мы обязательно его сюда пригласим и будем смотреть, как он не сможет его пройти. Да, будет очень здорово. А кто хочет пиццу? О, я всегда хочу пиццу. Ой, я всегда хочу пиццу. Давайте подкрепимся сейчас, а потом пойдем проходить. Ева, мне кажется, это какая-то бумажная пицца. Больше похоже на печеньку какую-то. Ну, да, какая-то она прям очень тоненькая. Да, так, ну ладно. А, в общем, этот парень говорит, что шеф сошел с ума. И он делает что? Пиццу из людей? Что? Посмотрите, вот и правда. Да! Вот. Ой-ой-ой. О, господи, сумасшедший шеф. Так, ну ладно, тут написано, что сюда можно только персоналу, но нас иначе не выпустят, поэтому пойдемте, что ли? Ой. О, боже. Я его боюсь. Да, я тоже. Ну что, о, господи. Ой, какая-то огромная скалка. А можно вот так вот? Ну, мы сейчас это узнаем. Нельзя. Так, я так понимаю, что нельзя. Что? О, господи, я засмотрелась, кажется. Тут даже бегать нельзя, вы представляете? Я засмотрелась и не поняла, что я даже задела что-то. Не уходите от меня, подождите. Так, а мы дошли до первого чекпоинта и ждем тебя здесь. Давай, Ева, давай, убегай от этого шефа. Это колбаса? А вот колбаса выглядит очень аппетитно. Ну да, согласна. Какая-то очень... Вот тут, да, она настоящая, а тут какая-то мраморная. Ребят, не кушайте мраморную колбасу. Ульяна покушала! Нет, Ульяна! Мне кажется, тут можно просто проходить. Ой, Ульяна выросла как грибочек. Серьезно? Ну, Ульяна вообще хорошо растет, как мы успели заметить. Да, это точно. О, нет! Ой, кто это? Это я. Это Ева. Ева, да что ж ты с колбасой, ты не можешь справиться. Да, я вообще, кажется, ни с какой колбасой не могу справиться. Давай, давай, мы тебя ждем. Ну, пока что такое. Это очень тяжелая колбаса, она мраморная. Да, колбаса из мрамора, это сильно. Томатики. О, боже. О, помидорки. Я не люблю помидорки. Ну, иногда они бывают очень вкусные. Ой-ой-ой. Что? Подождите. Я плаваю в помидорках. Они не убивают. А, нет, убивают, аккуратнее. Ребят. Я только хотела к тебе прыгнуть. Там есть убийственные части помидорок, так что будьте осторожнее. Нет, мне страшно. Я, кажется, в них тону, ребят. Да-да-да, такое бывает. Ой. Ой, я прошла. А, там пол посередине, там дощечка. Да-да-да. Да, убийственная дощечка. Все понятно. Так, я тоже прошла. Подождите. Ева, что-то у тебя хуже всех получается. Что? А это что? Это стиральные машинки помидорки? Возможно, это упаковки с помидорами. Ну, либо стиральные машинки. Я не знаю, что этот шеф тут покупает. Он совершенно безумен, поэтому пойдем. Стирает помидоры? Да. Это знаешь, это когда очень сложно мыть руками, это надо стирать просто помидоры. Да. Ой, посмотрите на эту гигантскую кухню. Да, кстати, почему у них такой большой шеф? Может, они пригласили его на работу, а потом стали платить ему мало, и он такой, я слишком большой, чтобы мне мало платили. И... О, что? Ой, о нет, это тот самый шеф. Надеюсь, нам не надо туда. Кошмар. Нет, парни сварили. Бедный парень. Так, ладно. В общем, а теперь нам нужно как-то пробраться мимо его скалки. Ой-ой-ой. Посмотрите на его довольное лицо. Он смотрит на меня. Ой, какие у него глаза дьявольские. Кошмар. Мне он не нравится. И усы, усы, усы жуткие, как две кочерги. Подождите, а нам что? А нам что, нужно прыгать? Да-да, мне кажется, да. О! А что если не прыгать? А, или просто пройти? А, нет. Ева! Не получится. Ева, закатали в тесто. А если вот так вот? Ой, я... Ой, нет, кажется, не получится. Ульяна, я тебя жду. Ну, я прошла, я прошла, я просто прыгала, ребят. Давайте, так. У вас все получится.
А, голова Евы поскакала. Кажется, для меня это очень сложное обе. Давай, так, давай, давай. Господи! Как же так? Я задела просто руку его случайно. У него руки тоже как скалка. Он... Смотрите, а у него руки за плечи выходят. О, боже. О, ребята. А, нет, не получится. Я думала, тут по полу можно пройти. Я решила обхитрить обе. Давай, ты же проходила башню ада. Какие проблемы? Давай. Отлично. Все. Сразу стало легче. Так, теперь... О, посуда. Посуда. Подождите, там, кажется, поток на пол разлили. Да. Ой. Тут небольшой поток. Тут нельзя проходить. Слушай, какая-то подозрительно чистая посуда для того, чтобы она стояла в раковине. Да посмотри, сколько она тут уже находится. Она тут уже плавает. О, да. Слушай, а воды не становится больше? Ой, а что если... О, нет. У меня какие-то неудачные дубли проходить эту башню. Обе, не знаю, что это, но это точно кухня ада. Да. Ну, на самом деле, тот парень очень похож на дьявола, если честно. Да, это точно. Так, подождите, нам по макароне надо забраться. О, да! Дорожки! Это очень круто! Подождите, а это... А, это вилка. Это вилка. Да. Мне интересно, при какой ситуации так получилось, что здесь эти макароны сложились? Ты знаешь, это похоже на ток из холодильника. Вот смотри, вот батарея. Ага, так, как теперь нам куда? Что? По кубикам? О боже. Да, вероятно, да. А это что, это замерзший лед? Как это понять? Тут, главное, еще и плита, и почему он не тает? И пар, кстати, да. Не знаю. Интересно. Так. Ой, дорожка из кетчупа. Аккуратно, кетчуп, да, кетчуп должен быть убитый. А по нему можно пройтись? Ну... А-а-а, на тесак не наступайте! Ну, вы знаете, тут все так хорошо выглядит, что на все хочется наступить. Я даже не знаю, на что можно, а на что нельзя. Да. Слушайте, а я там упала, у меня рука в тесто упала. В общем, там кто-то будет есть пиццу с моей рукой. Я даже не знаю, обрадуются они или нет. Так. А вот сюда. Точно. Слушайте, я чуть 3 раза уже не спустилась вниз. Аккуратно. Я так и знала, что нельзя касаться. Девочки, вы что? Вы умерли. Я хотела пройти 8-ёрочкой. Мы умерли, девочки. О, я нашла меню. Меню, и там есть я под соусом. Так, сейчас посмотрим. Топпинги, пицца. Нет, если ты не пицца, то нет. Что, ты опять умерла? Ладно, хватит добавлять себя уже. Ну, если честно, я умерла специально, потому что я не допрыгнула и очутилась около мойки, и я не хотела проходить все сначала, поэтому я там немножко уничтожилась. Кошмар. Нам, кажется, пора вентиляцию. А, ну, хотя бы не на кухню, пойдемте. Вроде там должно быть побезопаснее. Так, подождите, мы прошли всю кухню, и что дальше? О, боже. Ну, это же пиццерия. Что? О, тут даже есть светяшки. Вот это да. Это... Так, я пошла с огнетушителем. А, его нельзя взять. А что ты хочешь тушить? Я, кажется, головой ударилась вообще, или нет? Я, кажется, ты что-то не так делаешь. Пойдем, тут куча сыра. Это же сыр и терка, серьезно, на полу? Сыр. А в прошлом раунде можно было наступать на сыр? Да. На сыр нельзя. На сыр? Сыр там, кстати, тоже был, да, мы с него прыгали. Я хотела сказать, что я по терке ходила, и все было нормально. Вот смотрите. Ева, тут это, как бы, вот кетчуп, но, может, и не кетчуп. А сыр, кстати, очень вкусный. Ты уже попробовала? Да. Этот вот, можете подойти хочет... вот сюда и попробовать куснуть. Да, я кусну. Знаешь, так вблизи похоже на масло, но, в принципе, сойдет неплохо. А этот парень не хочет знать, что происходит за этой дверью. А я надеюсь, что там просто место для переработки помидор, но это очень вряд ли. Пойдемте, что ли, отсюда. Ой, это мы куда вышли-то? На улицу? Ну, ой, вот, слушайте, мне вот прям представилась картина из Рататуя. Все же смотрели Рататуя? Конечно. Ну да. Ну вот, я почувствовала себя мышкой или крыской, или кто он был вообще? На крыше. Он был крысой, да. Ну, а слушайте, это похоже, что мы скоро что ли сбежим. Эй, вы где? А мы вон наверху. Все, отлично. Ой, мне нравится. Что, обратно? Опять назад? О нет, по-моему, мы сбежим все-таки не скоро, что? О, надо по пицце прыгать. Ой. Я насторожнее. Слушайте, пицца выглядит как тортик.
с колбасой? Ни о чем не намекаю, но это как-то странно. Так, подожди, а что тут светится? Я вот боюсь сюда идти. Ну, сейчас, подожди, нас пойдем вместе. Это какой-то сломанный лифт, из которого льется кетчуп или не кетчуп. Ну, в общем, сейчас втроем мы узнаем, что это. Ну что, вперед? Я так поняла, что мы его обходили или нет? Давайте. Не знаю. Мне страшно. Ой, это похоже на какую-то лабораторию. А меня не пускают. А, пусти, да. Зомби меня не любят. Ой-ой-ой. На том же месте, Ева, на том же месте. А Ульяна пошла? Да кошмар. Не, почти-почти, но не прошла. А можно тут ползком? А так можно? Вот нет. Я пыталась. О, отлично. Так, там щелочка, давайте подглядим. Я чувствую себя пиццей-шпионом. Ага. Так, я вижу чекпоинт. Ой, извини. Ой, они закрываются? Ой-ой-ой-ой. Что? Кошмар. А я бы там покупалась. Как это понять? О, нет, Ева! Ева! Ты чего? Очень вкусно, вы что? Попробуйте обязательно. Раскаленная пицца лава. Там человек, Ева, там гигантский человек. Ну и я тоже там была, ничего страшного. Нет, мне совсем не нравится. Да вроде вкусная, почему нет? Так, осторожнее, Ева ест пиццу с человеченкой. Да, похоже на то. Так, нам что, по ним прыгать, что ли? Нет, нам кажется, придется прыгать по его рукам и ногам. О, да. Боже. Слушайте, мне кажется, что это какой-то родственник этого шефа. Вряд ли нас уменьшили. То есть это этот гигант, их тут двое. Возможно, это были владельцы пиццерии, и он решил с ними так разобраться. Как-то очень грустно. Да. Ого. О боже, возможно, мы скоро выберемся. Ой, давайте. Ой, надеюсь на я это. Я, конечно, не хочу покидать пиццерию, потому что, ну, очень вкусно. Нет, это ужасная пиццерия. Пойдем, я тебя в нормальную свожу, там поедим. Только не вот это вот все. Ну, хорошо. Так. Договорились. Я чувствую, что на эту черную полосочку нельзя остановиться, или можно? Все можно. Нет, я уже... Ой-ой-ой, Ульяна. Нет. Ульяна не допрыгнула. Да, немного поспешила. Так, я только что-то не понимаю, куда дальше. Ева, я заблудилась. И я. Ульяна, показывай, где выход. Сейчас только допрыгаем. О, Ев, смотри, вот сюда можно. А, что, правда? Так, секундочку. Нам что, вот сюда? Ой. Ой. А, подождите, я... А, стойте. Ой, мы ждем. Ладно. Ну, подождите, я немножко умерла. Чуть-чуть совсем. Ой-ой-ой, а во что ты так? Ну, я не допрыгнула до фургона. Ну, на самом деле, это обе довольно легкое, потому что здесь есть чекпоинты. Ну да. Да, это очень круто. О, господи, телепорт. Подождите. Так, я хочу вот сюда. Это что значит, мы что, все? Выбрались? Так быстро? Серьезно? Какой-то пожелтевший дом. Мне не очень нравится. А вот тут Ой, смотрите, девчонки, три дома. Ой, может нам к воротам? Три дома, каждому по дому. Ой, мой зеленый. Куда пошли? А ну, все, мой зеленый. Ну ладно, мы с Ильяной как-нибудь там поделимся. Тебе все равно туда не зайти, я его забаррикадировали. Эх, ключи потеряла. Ой, что, все? Монетка. Это уже... Это, кажется, не монетка. Это, кажется, поднос для пиццы. По-моему, это должен был быть бейдж. Или тесто. Но они его не дают. Да. Что? О, нет! Девчонки, меня затянуло в другую игру, только не это! Что? Обе хочет, чтобы ты бесконечно его проходила? Не подходите к этому парню! Не подходите к нему, вот на эту синенькую, не становитесь перед ним. А я сейчас вам расскажу. Ой. Ты подошла, что ли? Нет. Хорошо. Смотрите, там есть всякие штуки, которые вам дают за то, что вы прошли обе. Немножко слева от последнего чекпоинта вы можете взять всякие классные штуки и попробовать их использовать. Я, к сожалению, не могу, но вы можете сами. Так, а я вот вроде взяла, но... Да-да-да, я как раз таки уже использовала. Вот это вот они, Ева. Где? Вот это вот, что я хожу? Да-да-да. Так, а как они пользуются? Там снизу можно на них нажимать и просто его использовать. А, я просто открыла и думаю, что это такое? Как-то ничего не видно. Вау. Воу-воу-воу-воу, куда это мы? Что у вас там происходит? Ух ты, обалденно. Мы тут лестницу делаем в небеса. Да, я только что построила какую-то огромную башню, я не знаю, как это остановить. Ой, а мне не видно, что Ульяна строит. Ой-ой-ой. Ну, Ульяну-то ты видишь? Ульяну я вижу, да, она где-то вот там. Ой, как высоко. Подождите, а это могилки? Что это? Я попробую безопасно спуститься. О, нет, я взяла...
Я взяла прыжки и суперскорость. Я, кажется, могу запрыгнуть на крышу этого дома. О, да. Ух ты. Ой, ребята, подождите. Что? Дом плоский? Это не дом. Нас обманули. Вот так. Ой. Кажется, мне чуть-чуть не хватает. Ай, и правда, посмотрите. Дом плоский, деревья плоские. Мы, кажется, в мире 2D. Возможно, эта пицца была хуже, чем казалось. Да, это точно. Ой, как я быстро бегаю. А это что такое? Это танцпол? Возможно. Ну, кажется, парень, который тут руководил, он ушел. Так, ну ладно, я думаю, тебе там, наверное, и без нас весело. Нет, на самом деле тут ужасно. Какая-то непонятная игра, меня уже 3 раза прикончили, я вам не советую туда идти. Так, ну что, Ульяна, я тогда предлагаю пойти вот сюда, вот тут сесть, потому что я что-то бегаю так шустро и не успеваю за собой. Как раз для нас двоих так, место. Так, надо сначала попасть. О, все. Да, это точно. Ну, я думаю, обе, в принципе, достаточно легкая, чтобы звать сюда Йоши. Но мне понравилось. Да, было весело. Да, мне тоже очень понравилось. Я поела и пиццы, и сыра, и всего, что только можно было. И человеченки. Ой, ну, это тоже да. Бывает. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока. Пока.